отличная смывка. Рекомендую. Экспресс-лосьон 2 в 1 снимает макияж с глаз, даже водостойкий, эффективное снятие макияжа, укрепление ресниц, без трения, без жирной пленки, без задушек, укрепляющая сила аргинина. Рекомендую. Да, смотрите, как оно так стекает быстро. Меня что завораживает. Вообще супер. Ну, а что касается мицеллярочки от Гарнира, которая у нас визжит и пищит весь нифига через одну нешарящий бьюти мир Ютуба, я вам сейчас покажу шоу, смотрите. Вот они мицеллы, чудесные, прекрасные. Вот она мицеллярочка, которую все так безумно любят. Безумно любят, безумно хвалят. Я, естественно, всех наслушалась, как дура, и тоже пошла купила. И, ну, ее было, наверное, как-то вот так. Ну, так потрясла вроде там, ну, незначительные какие-то такие пузырьки, но и нормально. Зато, когда она у меня начала заканчиваться, тут я уже смогла потрясти от души. Посмотрите, что у нас за несмываемый продукт, который пиарят бьюти-блогеры, который они его рекомендуют, что смывать его не надо. Это же вообще жесть какая-то. Причем, я, знаете, я вот так вот буду ее держать, а вы будете смотреть, как она, эта пена опадает. Она переливается всеми в данный момент цветами радуги, как нормальные мыльные пузырьки. Вот что мы не смываем с нашего чудесного бубна. И потом такие удивляемся, что-то мы стареем, девки. Да блин, водой лучше умыться реально. Хотя нет, у меня есть... классная штука, классный совет именно по снятию макияжа. И я думаю, именно этот бьюти-девайс, про которых я неоднократно говорила в своих видео, заставит вот это вот точно. И все, и же с ней вот такого содержания отправиться куда подальше. I see you tap your feet, you're on the city beat, you're really looking slick, I think your shoes are sick. И снова Гарниер. Мой любимец, мой лидер на протяжении долгих лет. То, что вы сейчас нам не видите, естественно, водой не смоется. Оно смоется либо чем-то таким, либо чем-то вот таким. Ну, просто увлажняющий какой-нибудь крем за 3 копейки. Работают они, в принципе, одинаково. Их задача просто растворить весь этот шиндец. А дальше вы берете вот такую салфеточку и промакиваете эту кашу. И если вдруг что-то не оттерлось, особенно вот вокруг глаз, не надо вот это тянуть вот туда-сюда, не надо. Просто намочите уголочек обыкновенной водой, спокойненько ототрете. Не надо вот это, вот она у меня лежит дальше. Время идет, она лежит. Ну это что такое? Вот это что за несмываемый продукт? Очень хотелось бы поинтересоваться у тех, кто его продвигает как несмываемый. И ты говоришь, какая глювая, у меня там одна, вторая, третья мицеллярки, значит, от Гарниер. Ну, как будто бы, да, это вот у меня еще четвертая мицеллярочка, еще у меня пятая мицеллярочка от Гарниер. Девчонки, пользуйтесь, девчонки. Пользуйтесь, пользуйтесь, если вы совсем, как бы, ну, даже вот на этом уровне не соображаете ничего. Мицеллы однозначно, вот они вот здесь летают, я их вижу, вижу, да, вижу, вижу. Их видно, кстати, их реально видно, они прям тут как рой мошек в луче луны там кружится. Но, боже мой, вот это-то что? Это же капец какой-то девочки, у кого она стоит дома, встряхните и напишите мне, может быть, у меня она какая-то просроченная, хотя нет, до 18 года годная, но солнце не стояло, все отлично, все всегда как бы, ну, меня устраивало. Но вот и еще такой момент, мы же как бы девочки-то 35+, 45+, и все такое, у кого дома нет кондиционеров, у кого дома нет специальных увлажнителей, тоже такой бьюти-хак, лайфхак. Просто там, где вы больше всего находитесь, дома, когда шпарят батареи, налейте в обыкновенное ведерочко воды и просто поставьте рядышком с собой. Вода очень стремительно испаряется, тем самым увлажняет воздух. Обогреватели, батареи, бла-бла-бла,
все печально, кожа не деревянная, не железная же. И с возрастом, естественно, начинают более чутко реагировать на такие вещи. Вы хотите сказать, что у меня такого нет? У меня такое есть. Вот оно. И оно с водичкой. You tap your feet, you're on the city beat. You're really looking slick. I think your shoes are sick.